столичные молодожены тоже приняли участие в голосовании. Рано утром Фахат Жанбеков и Ботагоз Калтаева прямо в свадебных нарядах приехали на свой избирательный участок. По мнению новоиспеченной супружеской пары, сделать выбор в этот важный для страны день – гражданский долг каждого. На участке, где проголосовали молодожены, зарегистрировано более 2500 человек. Напомню, в столице расположено 283 избирательных участка. Сегодня вдвойне важный день в нашей жизни, наше первое совместное голосование. Я очень рад, что в такой знаменательный для нашей страны день образовалась наша семья.